К другим темам. На днях в АМГЕ состоялась церемония вручения номинаций конкурса «Особое признание». Их вручают людям, которые достигли определенных успехов в бизнесе, а также в общественных делах. А тех, кто получил особое признание, расскажет Мария Иванова. Инициатором и организатором конкурса является Женкомитет села Амга. В общем, на конкурсе вручили 10 номинаций – «Деловая леди», «Успешный бизнес», «Общественный лидер», «Хозяйка усадьбы» и другие. Конкурсу готовилась долго, тщательно. Снимали, делали клип. И вообще очень хорошо, что у нас в Лусе проводятся такие конкурсы. Очень интересно. И очень много мы узнали о других женщинах, которые в нашем Лусе. Учитель технологии Амгинского лицея Марьяна Трифонова стала победителем в номинации «Искусный кулинар». Марьяна Ивановна – автор электронного пособия «Ягодный калейдоскоп», отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник общего образования Российской Федерации. Это первый конкурс, оказывается, да? И хорошо было бы вот так каждый год. Ну, я думаю, то, что кулинары не только я у нас, да, например, в Амге, кулинары, мне кажется, это все женщины и даже мужчины, которые любят хорошо поесть и хорошо накормить своих домочадцев. Но я очень рада и счастлива, что попала в число победителей. Этот вечер стал для женщин самым дорогим подарком, ведь ничто не способно вдохновить человека на дальнейшие успехи больше, чем признание его достижений и оценка заслуг. Стремление получить всеобщее признание является чрезвычайно мощным стимулом для любого человека. Мария Иванова, Лиа Лыткин, НВК Саха, Амга.